Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear. И что-то я вот зашел в War Thunder, думаю, поиграю. И думаю, что-то давно я ребяткам не показывал War Thunder. Тем более, тут обновление вышло, новые взрывы там, улучшенная графика вроде как. Ну, думаю, дай-ка посмотрю. И заодно прокачаем с вами маленечко ветку Германии. Я вот начал играть, сыграл буквально 2-3 боя. Так, вот, видите, еще даже не все исследовано на технике. Ну, это он единственный у нас топовый. Я только патроны, по-моему, исследовал. Даже пополнение экипажа еще не купил. А, оно еще исследуется даже, да, вот так вот. Так, тут у нас тоже все исследуется. Ну что ж, давайте не будем тянуть кота за определенные части тела и поехали, сразу же начнем. То есть, сами понимаете, сейчас еще я далеко не топ. Ну, я имею в виду не топ именно в этой ветке танков. Плюс еще некоторые проблемы с компьютером были. Да и как-то, в общем, так вот потихонечку до этого я и дошел. Так, БА, ну давай сюда пойдем. Ладно, че уж. Три возрождения, Карелия. Вот я карты, к сожалению, уже не помню. Поехали. И громкость надо подубавить. Сейчас я это сделаю. Вот так, я думаю, будет получше. А не то нифигашеньки будет меня не слышно. Так, куда я хотел? На А, да? А, ну вспомнил карту, да, там на Б наверх ехать. Атакуйте точку Б. Да блин. Внимание на карту. Вот уже и подзабыл, как играть в War Thunder. Но я думаю, нагоним. Дело-то не хитрое. Давайте вот за этот камешек, наверное, и попробуем по С пострелять. Не знаю, получится или нет. Но попытка не пытка. Ух, как весело здесь. До свидания. Откатываемся. Вроде все неплохо пока. Но это только вроде, опять же. Пушку сломал. Подождем. Артиллерия опять, да вы... За этого ли уже с артиллерией? Давай, меняйся. Поменяем экипаж пока. Давай, давай, давай. Быстрее перелази, там что ты делаешь, не знаю. Ух, какая жаришка. Ой-ой-ой. Я вижу тебя. Еще одна точка у нас. Но пушка моя, блин, это зло. Она пока повернется, я сдохнуть успею. Тут-то меня и размотают, да. Не маленько неправильно встал просто. Зато я теперь знаю, где они стоят. Так, вот такая вот у меня штука есть интересная. Ну, сами понимаете, это первые уровни. Но, кстати, на них дико весело и дико быстро играть.
этим они, наверное, меня и прикалывают. Давайте в объезд. В жопку к ним сейчас заедем. Будет, я думаю, неплохо. Вот из-за этого камешка. Аккуратненько. Ага. Да где ж ты там? Наша победа близка! Кто-нибудь прикрывайте меня! Да я понимаю. Ну-ка, давай. Я успел вызвать огонь артиллерии хотя бы. Но он сверху тут стоит и шарандашит по нам, по всем. Так, ну давай туда же поедем, наверное. Пока наши берут точку, будем пытаться хоть как-то хоть что-то им противопоставить. Наш напарник туда же попёрся. И надо отомстить. Блин, не успел, на самолет хотел сесть. А вот и мой танк. Ты видишь его? Да, я тоже вижу. Давай! Погнали! Пожар не помеха! Туши! Сейчас попробуем что-нибудь придумать. Давай этого поменяем сразу. Опа-на! Откуда это прилетело мне? Сверху, понятно. Но красиво. Прям в пушку. Ну ладно. Этим мне и нравятся вот эти бои первых уровней, что происходит все ваншотно, можно сказать. Поехали дальше. Вот что-то у меня такое горит. А? Это я активировал, но не использовал еще. Что мне там надо сделать? Боев, где ступень не была достигнута 6. Получить одно достижение, Герой Небес, Гроза Небес. Но это самолет, а у меня самолетов-то как бы и нет. Я их не качал никогда. Ну вот эта карта мне знакома, мы сверху, да? А, начнем с этого. По стандарту уже. Кстати, не знаю, пишите в комментариях под этим видео, видите ли вы, чтобы взрывы какие-то стали прям вот ярче, не знаю, насыщеннее, правдоподобнее. Или как, блин, меня на С кинули, ну ладно, поехали на С. Не ходил я на С. Мой косяк, я не посмотрел. Эй, чувак с сердечком, подвиньте, пожалуйста. Мы же не трусы, мы идем напрямую. А у меня был такой танк, я помню, по-моему. Подвинься. Ну вот ты козлина, ты козел. Не мог подвинуться, блин. К
Кстати, пишите вообще, как немецкая ветка танков. Нормальная, нет? Или я ее зря просто так качаю? Я вижу жертву. Отлично. Там по нашим шмаляют, как хрен знает откуда. Отлично, а теперь по зданию. Не маленько, не туда. Да ладно. Наша победа близка. Право. Минус. Воу, 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 ребятки. Не надо так делать. А это страшно же, блин. Оп. Поехали дальше. Там еще кто-то, да, за горой? Приветик. Мы даже не на первом месте, но, блин. Я так надеялся. Блин, вот капец, вот так всегда. Только хотел шиндарахнуть по нему, да? Так, давайте еще мне что-нибудь. Не дают, да? Одни можно брать только. Ну ладно. Так, мы здесь. Давайте на Б. С мы прожали хорошо. Враг захватил большую часть стратегических точек. Уиу! Дрифт на танке, нормально. Поперли. У нас точки отжимают, победа близка. А, это мы отжимаем у них. Так что все хорошо, да. Разъезжаются сволочи. Видимо, присыкивают. Давай огонь на себя. И чё? Не успеет артиллерия? Как в лучших боевиках, знаете, огонь на себя вызывают. Не знаю, получилось или нет. Да ты слышь, чё? Летун, блин, космический.
До свидания. Давай. Все, трындец ему, ладно, хрен с ним. Согласен. Давай на семерочку. Пока мы не выехали. Посмотрим сверху, как там дела. Оп, привет. Ты. Ну, не летун я, не летун. Давай вот так еще раз. Теперь под вражеским контролем. На бомбардировщик и на Б сейчас полетим. Большая часть точек теперь под вражеским контролем. Или на С. Ну, как получится, да? Отбивайся. Ах ты, не дали долететь. Ну, обидно. Досадно. Да ладно, нам надо А еще брать. Так, давай не ссать. Как говорил один мой хороший знакомый. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Кто сыт, тот дольше, долго не живет. Так, отлично. Опа-на. Вот это номер, вот это я не ожидал. Слева не посмотрел, блин. Заехал. Смельчак. Ну ладно, это было второе сражение. Будем считать, это было два разогревочных. Так, артиллерийская поддержка, это хорошо. Ну и двигатель бы нам. Так, здесь у нас что? Здесь изучается. Здесь все изучено. Ну, поехали. Графика, естественно, выкручена у меня на все. Опять та же самая. Так, давайте вот на эту, пожалуйста, меня. Графика выкручена на всю, по максимуму, на кино. Но сейчас FPS 54, видите, да, в углу снизу слева. Ну, в принципе, довольно-таки комфортно. В 4К на кино играть... 55 FPS. Может, я просто чересчур там выкрутил водичку и не только. Можно поиграться и будет стабильно 60. С настройками чуть-чуть. Но мне как-то, если честно, лень. Поэтому пусть уж как есть.
Да вы угораете, что ли, надо мной? Да уйди ты! Тормози его! Так, ну а взяли. Оп, еще один. Летун. Вот так. Ах ты, чуть-чуть не долетел. Но я старался. Так, поехали на этой пуколке. Ну это пуколка, реально, ее по-другому никак не назвать. Чувак, тебе не страшно? Мне кажется, страшно. Опа-на. Че это за номер? Подчини-ка меня маленечко. Пожалуйста. Спасибо, благодарю. Ах ты, блин, я думал, его убили уже. А он там так стоит. Эскимос, блин, со шляпой. Не-не-не-не-не, но третий слив же не может быть. Прям никак не может быть. Он еще там или нет? Оп-оп-оп. Еще одна точка захвачена противником. Мы потеряли преимущество. Пушку сломали, давай чинись. Перезаряжай. Ну, прикрой меня. Спасибо, братан. Не забуду. Нет. О, вот это пронесло, так пронесло. Ой-ой. А мы повернуться не можем, но, блин, ну, так всегда. Закон подлости. Зато быстро. Причем максимально быстро. Ну, вот можно с настроечками. Что там с настроечками у нас по графике? Кино поставить просто, например, да? Давайте попробуем. FPS возрастет или нет? Это я уже что-то выкрутил сам на максимум все. Но вот на кино сейчас 60 FPS стабильно. Ну сейчас в бою посмотрим. Может быть, мне не хватало как раз этих вот 7 FPS. Блин. Извиняюсь. Нажал рукой на клавиатуру.
Как раз вот этих 7 FPS мне в бою не хватало, что они успевали выстрелить меня. Так, сейчас будет месилово, насколько я понимаю. Давайте вот это сначала возьмем. Ну, вот сюда, прям с серединки, давай поедем. Не появляйтесь передо мной, ребята. Не люблю, когда передо мной появляются. А в принципе, давайте брать точку, я думаю. Попробуем. А, это замок, это там надо где-нибудь заныкаться, встать. И чем дольше простоим, тем лучше. В принципе, танк быстрый. Да не надо так делать, друган. Ну блин, ну вот ты тупой. Воу-воу-воу-воу-воу! Ну, понятно. Ну, хоть посмотрели, да? Вот это уже машинка посерьезней. Что там, наши еще не берут даже, а, да? Поехали вот так объедем. И сейчас артиллерии огонь. С тобой что, друган? У меня клавиатура отключилась. О, опять работает. Что это с ним было? Какие-то схватки. Беременный суслихи. Или как это назвать? Самка суслика, это кто? На дерево куда-то он полез. А вот, кстати, 104 FPS. А вот это вот я понимаю. 102. Вот так вот играть, это по мне. Чё, где там эти красные? Минус. Почему мы еще не забираем точку, ребятки? Ага. Ну давай. И чё, артиллерия попадет по кому-нибудь вообще? Сегодня.
А мне не страшно. Ди-ди-ди-ди-ди-дин. Оп. Хорошо, кстати, встали. А тебя звали сюда? Ты разрешение спросил? Я думаю, что нет. Привет, как дела? Артиллерия готова. Оп. Услышал. Давай чинить. Ай-яй-яй. Ну так нечестно. И блин, и Аня забирается, но это капец какой-то. Что ж такое-то сегодня, а, творится? Так, с этой стороны их было много, насколько я помню. Давайте пролетим на самолете сначала. Так, смотрим. Союзные войска захватили точку. Мы впереди. На второй круг. Вот хоть убей, забыл я, как, на чем стрелять именно ракетами. Кстати, подписывайтесь на канал, если вы все еще не подписаны. Тут мы развлекаемся, отдыхаем и в непринужденной обстановке играем в различные игры. Сегодня, ну не знаю почему, просто вот захотел вам показать новые взрывы, там описание такое, просто я все не дочитал. Новая графика. И решил посмотреть, где здесь новая графика, где здесь что. Это наши, это хорошо. А в итоге что-то ни черташеньки, а нового-то такого сильно уж, чтобы вау-эффект был, не увидел. Все пошли в нападение уже, да? Ну, значит, эту катку мы точно выиграем. Если уж все ата ринулись вперед. Вот наш мём. Победа близка. Ну все, победа. Ну вот хотя бы первая победа за день, друзья. Вы увидели. Надеюсь, это было не зря. Так, да подожди ты заказывать. Мы исследовали вот
А что мы исследовали-то? А мы ни черта не исследуем, да? А, вот этот исследовали, да, получается? 2,3, 1,7. Давай вот этот. А, это мы уже заказать можем. Понял. Легкий танк. Средний. Исследовать, пожалуйста. Так, тут покупаем. Подъемный механизм. Тут у нас 160. Ну давай сюда. И вроде бы все, да? Ничего же нам покупать не надо никуда. А, ну вот, купить. Отлично. Тут у нас все готово. Тут вроде тоже. Ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Не забывайте поставить свой королевский лайк, если вам понравилась данная серия. И, конечно же, самые ваши даже минимальные донаты попадают в правую верхнюю строчечку вот сюда вот. Если вам не жалко какой-то минимальной суммы для развития канала, то скидывайте ссылочки под этим видео. Увидимся в новых сериях. Всем пока!